Салем, салем, продолжаются мои реакции на ваши заявки. Следующая заявка на Ислама Алтайбаева. Энди Суей... Короче. Вот почему у меня проблема именно с такими словами, вот, где много гласных и много вот, соединительных просто слов. Суй, мей, мин. И где много буквы М или Н. Я начинаю запутаться. В общем, погнали. Подождите, какой погнали? Тут уже пол песни прошло, пока ты пыталась. Ну, не пол песни, конечно, шучу. Буквально несколько секунд. Но, тем не менее, пока я пыталась остановить ее, она уже началась. Вот. Сейчас я не буду болтать, буду смотреть, как любят мои так называемые хейтеры говорить, что я только и делаю, что болтаю и не слушаю песню. Сейчас она развернется, пройдет час. А раз, два, три. Или нет? Подождите. Раз, два, три. Часто, по-моему, в этом парке, это, я думаю, что это парк, скорее всего, какая-то парковая зона, снимают клипы, потому что вряд ли они в лес выезжают прям. И больше похоже на парк все-таки. Да, это к тому же дорожки. Маңдайыма не жазылған, көнемін ғой көнбей, амалым бар ма? У нас тоже сегодня тоже был. Тағдырға, өзіңе қолды создырған, махаббат қой мұңға соқтырға жазғыра. Қолдан келер шара бар ма, арнаға бір ағы сыйыз ба? Бұр қанып тасығанда ғашық болмай ма? Қаланғанын қалап ем мен жаным, көңілімнің жоқ кіршігін іздей бердің, сен бей сезімді ластадың. Соңғы сөзім оңды шешім, күнәлаудан аулақ көңілім. Қош бол жаным. Классно поет. Ну, ты так тянет просто. Красавчик. Вообще эхом разносится. У него хвостик там такой, типа косички на затылке. Мне кажется, только актеры и певцы, артисты выглядят красиво под дождем. Потому что когда я под дождем, я выгляжу как, просто как мокрая курица и все. Бросил ее такой вверху. Пишет
Песня очень красивая, голос у Ислама тоже офигенный, вообще классно, просто шикарно. Клип грустный, и, собственно, сама песня тоже грустная, конечно. Вот, я так понимаю, что там о любви, о всяких расставаниях, наверное, вот что-то типа такого. Ну, если, конечно, соответствует концепции клипа, ну, там много было слов, типа, извинения, прощения, типа, куштасу. А, и было много Жанем, то есть душа моя, ну, все такое вот, все такое сладостное и грустное, и печальное. А, в общем, да, все. Классная песня, мне понравилась. Спасибо огромное за заявку и за ожидание, что кто ждал эту песню, кто долго заказывал, давно заказывал. А, спасибо всем, пока.